Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Канадский актер Кристофер Пламмер, сыгравший одну из главных ролей в знаменитом фильме «Звуки музыки» и снявшийся в «Ватерлоу» Сергея Бондарчука, скончался на 92-м году жизни. Пламмер умер в своем доме в штате Коннектикут. Рядом с ним была его супруга Элейн Тейлор. Менеджер актера Лу Питт, проработавший с ним 46 лет, вспоминает Пламмера как выдающегося человека, который глубоко любил и уважал свою профессию. «Он был национальным достоянием и гордился своими канадскими корнями», — сказал Пит. «Своим искусством и своей человечностью он тронул наши сердца. Он всегда будет с нами», — резюмировал Пит. Американская киноакадемия и Британская академия кино и телеискусства выразили соболезнования в связи со смертью актера. Пламмер больше всего известен как исполнитель роли капитана фон Траппа в «Звуках музыки». В 2012 году он получил Оскара за роль второго плана в фильме «Начинающие». А в 2018-м был номинирован на премию за роль в фильме «Все деньги мира». Во «Всех деньгах мира» он сыграл миллиардера Пола Гетти, заменив Кевина Спейси. После того, как авторы решили вырезать все сцены с участием Спейси из-за обвинений в домогательствах. Пламмер также снимался в фильмах «Игры разума», «Воображариум доктора Парнаса» и «Девушка с татуировкой дракона». Карьера Пламмера была разнообразной. Он играл в бродвейских мюзиклах и с королевской шекспировской труппой. Снимался на телевидении и в кино. Зрителям на Западе он больше всего запомнился в фильме «Звуки музыки», адаптации мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, в котором сыграл с Джули Эндрюс. Отношение самого Пламмера к фильму, видимо, было сложным. В интервью он несколько раз называл его «звуками мукуса». Работу с Эндрюс он описывал так: «Тебе будто дают по голове огромной открыткой ко дню Святого Валентина, каждый день». Впрочем, Эндрюс и Пламмер дружили. В конце концов, он, видимо, полюбил и сам фильм. В мемуарах в 2008 году Пламмер называет его теплым, трогательным, радостным и абсолютно вневременным. Пламмер родился в 1929 году в Торонто и вырос в Монреале. Он был единственным ребенком в семье, в детстве учился играть на фортепиано, но в конце концов выбрал карьеру актера. В карьере профессионального пианиста, по его словам, было слишком много одиночества и усердной работы. Пламмер дебютировал на сцене в 1954 году в нью-йоркской постановке «The Star-Crossed Story», но пьесу сыграли всего один раз. Кинодебютом Пламмера был фильм 1958 года «Очарованная сценой» Сидни Люмета. В следующем году его номинировали на премию «Тони», но получил он ее только в 1974 за роль Сирано де Бержерака. В 1970 году на советские экраны вышла эпическая картина Сергея Бондарчука «Ватерлоу», в которой Пламмер сыграл герцога Артура Веллингтона.